Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Touran 2007 года выпуска. Объем 1,4 литра BMY. Пробег двигателя составляет 79 тысяч километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим проверку герметичности цилиндров пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Имеется видеообзор работающего двигателя. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.